had them apple bottom jeans. Oops, with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. She hit the floor. Best thing you know, shorty got low, 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 low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Что такое поколение Next? Поколение молодых бизнесменов. Люди до 30 лет из разных стран, из разных городов, с разным менталитетом, которые собрались здесь воедино для того, чтобы узнать основы и перспективы бизнеса. Я приехала сюда для того, чтобы построить свой бизнес здесь. Я сегодня приехал на Next, потому что тут собираются самые успешные, самые амбициозные люди, у которых куча знаний, и они не теоретики, а настоящие практики, то есть у них есть чему поучиться, как построить свой бизнес и дальше развиваться в этой сфере. Этот драйв, эти эмоции, вообще потрясающее событие. Кто-то считал, сколько получилось городов? 56, совершенно верно! Золотой мастер, сразу. Да, и именно Маша получает наш главный приз. Молодец, за кулисами. Сразу видно, кто золотой мастер. Просто 56 и сразу в точку. Друзья. Это юношеский этот задор и возможности, которые уже наша молодежь сейчас может использовать в своей жизни. Ожидаю пообщаться с ребятами, получить энергию, посмотреть, что я могу еще раскрыть в себе. И вообще насытиться Next'ом, это круто. Я хотел бы получить больше знакомства, общения, эмоций положительных только. Tell me if it's black or white. Mama, can you help me try to understand? Is he innocence the difference between a boy and a man? My daddy lived a
мама пошла на исповедь к батюшке, и батюшку... И батюшка теперь у нее потребитель. То есть, понимаете, я не знаю, что она там говорила на исповеди. Это образ жизни, который меня абсолютно устраивает. Это люди, с которыми мне комфортно. Это место, где мне хочется развиваться во всех отношениях. Это место полно любовью, добром и всем тем, что мне так нравится. Сначала мы продукт испытали на себе, прежде чем заниматься бизнесом. Поправили здоровье родителям полностью. Себе, своей маленькой дочке, все здоровы, счастливы и прекрасно себя чувствуем. Коралловый клуб на самом деле это выбор. Это абсолютно определенный выбор. Для меня это три очень серьезных ответа. Первое, это, конечно же, то дело, которое я верю. Это заниматься, не скрывая глаза, да, не перебегая на другую сторону от улицы, заниматься тем делом, которое ты действительно считаешь достойным и правильным. Второе, это, конечно же, очень серьезный, очень качественный продукт, потому что реально такие результаты и такой эффект, который он дает, получить где-либо еще, действительно комплексно в одном месте, очень тяжело. Ну и третье, что самое важное, это действительно перспектива, потому что сейчас мы находимся только в начале всего, и если посмотреть дальше глубже, то это то, что мы можем создать, то, что может быть действительно делом в жизни. Этот Next является одним из самых сильных, потому что каждый раз ты приезжаешь, ты анализируешь, какими до этого были события. Вот. И этот Next действительно сильный с точки зрения людей, которые присутствуют. На этом Next действительно уже большое количество молодежи, которые зарабатывают серьезные деньги, которые могут поделиться со своими сверстниками, со своими друзьями, как это действительно делать, как достичь того успеха, которого уже большое количество молодежи у нас достигло. Первое событие. Вот, очень жалею на первое свое событие, которое должно было быть полгода назад, не поехал, и теперь понимаю, что я, ну, дурак. Событие привело к спокойствию и уверенности в своих силах, к тому, что открылось видение, действительно, картинка будущего, открылись возможности, и то, что нужно действовать именно сейчас, именно вот в это время. Не задавая даже вопросы, получил ответы на все вопросы, которые там были мне, получил инструменты, хочется теперь просто ехать и делать. До этого мероприятия ты такой думаешь, получится у меня там купить такую машину или не получится, да, сейчас понимаешь, такое состояние, а какую я хочу машину, такую или такую, то есть ты выбираешь, то есть у тебя четко есть понимание, что это будет, вопрос там времени. Ставьте большие цели, но только не предавайте себя. Если вам говорят «нет», ни за что, никогда, это еще ничего не значит. Вот и закончился 12-й семинар поколения Next.
молодежного движения молодых бизнесменов. На данном семинаре присутствовали звезды сетевого маркетинга мирового уровня, топ-лидеры многомиллионной компании. За 2,5 дня молодежь узнала множество разных историй успеха, истории жизни, как люди добивались, чего они хотели. Открылось видение, открылось понимание. Мы увидели перспективы дальше. Мы видели, что молодежь реально может, и уже есть серьезные квалификации, серьезные статусы, серьезные организации.